Вот, уважаемые дамы и господа, взгляните вот сюда. Посмотрите вот сюда. Посмотрите. Посмотрите на этот отлив. Как вам? Вот. Тоже очень интересный отлив. Он очень, в свою очередь, информативный. Очень интересный. Но здесь, по крайней мере, ситуацию можно исправить. И исправить в достаточно короткие сроки. Кстати, еще раз напоминаю, что отливы можно использовать для взрослых людей в качестве диагностики, а в качестве решения проблемы только в работе с детьми. Детские испуги, детские сглазы можно убирать посредством отливов на воск. Свинца, эзекерита, стеарина, олова и так далее. Для взрослых людей подбирайте ритуалы гораздо более сильные, более серьезные. Для взрослых людей они годятся только в качестве информационных, диагностических.